Эти съемки нам предоставили волонтеры. Открытый колодец находится в карьере недалеко от железной дороги в районе Олимпа. Туда и провалилась собака. Звонок поступил от сторожа. МЧС отказала, поэтому мы обратились за помощью в службу гражданской обороны. Ребята помогли. Но в колодец, чтобы достать животное, спустилась храбрая Ольга Данилова, известная в городе ветврач. Действительно храбрая, ведь спасать пришлось метиса Алабая. Он, как оказалось, еще щенок, но уже достаточно крупный. Испуганный, но зубастый. Поэтому еще в колодце Ольге Даниловой удалось завязать ему пасть. Тихо. Держите. Молоденький еще, красавец. Красавец, но на трех ногах. Бедолага попал под поезд. Бездомного щенка приютил сторож, охраняющий карьер по добыче песка. Но неделю назад пес пропал. После долгих поисков сторож его нашел в двухметровом колодце. В течение нескольких дней спускал кастрюлю туда, в этот канализационный колодец, и кормил. Но в конце концов этот молодой кобелек отгрыз веревку с этой кастрюлей. Сторож боялся туда лезть. Мужчина забил тревогу. Кстати, щенка он так и оставил у себя. Но собаке после травмы необходима платная операция. Часть денег соберут волонтеры и рабочая карьера. Мы бы хотели, чтобы неравнодушные люди помогли, так сказать, хотя бы небольшими средствами. Круглосуточная связь с группой «Кот и пес» есть на форуме портала «Три сосны». Арина Макарова, Виталий Немов. Новости Димитровграда.